Всем добрый день. Я только что вернулась из почты, получила свою посылку, выкройку от Vogue. Я раньше никогда с такой выкройкой не работала, но часто видела ее в англоязычных блогах. И мне стало очень интересно. Возможно, вы тоже ее встречали. Мне уже не терпится ее поскорее открыть. Сейчас мы с вами сделаем это вместе, и я покажу, что внутри. Выкройку я заказывала на русскоязычном сайте. Оказывается, из России их тоже доставляют. Я просто ввела в поисковике выкройка Vogue, и меня интересовал именно жакет. И на первом же сайте, который мне выдал поисковик, я сделала заказ. Вау! Вот так она выглядит. Такая красивая, необычная. Все, конечно же, на английском языке, потому что эти выкройки выпускаются в Америке, а именно в Нью-Йорке на Бродвее. Вау, здесь даже приложили инструкцию на русском языке. Это супер. Давайте посмотрим все детальнее. Так, здесь инструкция на английском. Даже описана технология пошива. Далее инструкция на русском. Размеры. Кстати, здесь, насколько я поняла, представлены 3 размера. Должно быть 5 моделей жакетов. Далее словарь о прибавках на свободу. И различные советы по раскрою и технологии обработки. Еще один лист на английском. Здесь рекомендация по раскладке лекал. Это получается самая первая страница. А та, которую я показывала в самом начале, оказалась третьей. И теперь выкройка. Она такая полупрозрачная, невесомая. Поэтому посылка оказалась легкой. И это калька. Такая нежная, хрупкая бумага. Здесь часть деталей. Тоже с частью деталей. Вообще все модели, которые здесь представлены, они, вы, наверное, можете заметить, практически одинаковые по крою. Вот, к примеру, деталь спинки, центральная деталь. И написано, что это спинка для всех 5 моделей, поэтому здесь все 5 моделей представлены на 2 листах. Кстати, все обозначения здесь на английском, но есть их перевод на листе с инструкцией на русском языке. Поэтому сложности быть не должно. Если вы захотите приобрести именно вот эту выкройку, просто сделайте скрин. Вот так она называется. Такой у нее артикул из коллекции Basic Design. И еще один момент, который я сейчас просто вскользь увидела. Я еще буду более детально изучать выкройку. А рукав здесь двушовный. Вы, наверное, знаете, что в оригинальном крое жакета Chanel используется конструкция трехшовного рукава. Так вот, здесь он двушовный. Ну а спинка с полочкой имеет рельефные линии от плечевых швов до низа. Надеюсь, вам был обзор полезен, интересен. Если поддерживаете такой формат коротких видеообзоров, ставьте лайк. И пишите в комментариях свое мнение. Благодарю вас, желаю вам хорошего дня.